Держи хоть у меня, потому что мы с тобой двое. Вадим Станиславович. Вдвоем остались. Нет. Мы мысленно с вами. Давай. Небольшая предыстория. Мы с Санычем познакомились, наверное, еще даже меньше года назад. В 1934 году. Встретились на улице Фрунзе, когда я попросил его привезти мне одну запчасть. Вот. Знакомство было очень коротким, буквально 3 минуты максимум. И с тех пор пошло наше общение более плотное. И благодаря ему я познакомился со всеми вами. Вот. За это ему отдельное спасибо. По поводу дня рождения, я боюсь повториться, но вот при разговоре по телефону я уже Санычу пожелал. И скажу еще раз. При его, как сказать, упорстве, при его целеустремленности, самое главное, единственное, что я могу пожелать, это здоровья. Здоровья и не потерять желание быть в этом хобби. Тогда у него все получится. Вот за это и выпьем. Спасибо большое. Опа. Опа. Я за него. Я тебе передал. Чайком? Там много градусов. Как минимум 70.